И всем привет, с вами я, сегодня будем собирать кубик Рубика. Если же вы спросите, ну это же скучно, почему мы будем собирать его, то я вам скажу, мы будем его собирать не в прямом, не в переносном, а в прямом смысле. Вот, основа кубика Рубика, вот одна из деталек, которую мы будем прикреплять к основе. Весь прикол в том, что я его разобрал. И вы не думайте, что я раздолбал в гневе, потому что не могу собрать. На самом деле я просто, ну... Там случайно где-то подвинулся, я его не смог дальше собирать, и поэтому пришлось его полностью разобрать, чтобы потом полностью собирать. Ладно, начнем. Вот первая деталь, желтая, оранжевая, вот она, первая деталь. Уже скоро получим новый кубик Рубик. Ни хрена не скоро. Так, значит, нужна желто-синяя деталь, чтобы закрепить ее вот сюда. Желто-синий. Желто-синий, ура. Главное это делать все аккуратненько, чтобы не развалилось. Если развалится, то кирдык. Так, ну в принципе деталей так уже достаточно. И можно сувать угловую. Оранжевый, желтый, синий. Вот оранжевый, желтый, синий. Угу. Вот, ребята, она угловая. Только ее еще надо закрепить. А для этого нам нужна оранжево-синяя деталь. Которую тоже надо быстренько и грамотно всунуть. Не падай, не падай, не падай. Только попробуй меня тут упасть. Да ё! Тихо, тихо. Это просто основа вращается, потому что кубик-рубик вращается и вращается. Сейчас основа и мешает мне собрать. Ура, ура. Первая четверка желтая, оранжевая и синяя готова. Так, давайте дальше. Оранжевый, зеленый. Вот уже первая деталь есть. Оранжевый, зеленый. Хорошо. И давайте уже, наверное, сразу вкрепим тут угловую. Оранжевый, желтый, зеленый. Где она еще находится? Да, ребят, еще досмотрите, пожалуйста, до конца это видео. Вот вообще просто все досмотрите это видео до конца. Не пожалеете. Так, ну, угловая у нас уже есть. Это отлично. Можно, в принципе, уже сейчас прикреплять желто-зеленую деталь. Вот она, желто-зеленая деталь. Мы ее сейчас прикрепляем. Только это надо сделать очень... максимально аккуратно. Ну, блин, так трудно. Так не получается. Тогда попробуем его просто с высоты вот так вот засунуть. Давай, давай, давай! Может быть, оно засунулось, ура, ура. Вот смотрите, у меня есть уже шаг по сборке кубика Рубика. Когда вот здесь шестерки, а здесь четверки, это значит, что мы уже с успехом. Так, ну давайте сейчас, наверное, соберем вот эту вот красненькую сторону. А для этого нам нужна вот такая вот красно-желтая деталь. Может, вам кажется, что вместо красного оранжевый, но давайте я вам просто для сравнения покажу то, что вот оранжевый, вот красный. Они разные, они разного цвета. Так, сейчас нам нужно эту деталь прикрепить. Так, значит, попробуем тогда просунуть последний шаг сверху. Не получается, основа крутится. Стоп, что? Она закрепилась. Хорошо, хорошо. Дальше. Надо, чтобы эта деталька на чем-то держалась, поэтому нужно найти угловую красно-желто-синий. Красно-желто-синий. Это не то. Красный. Красно-желто-синий. Ты где? Красно-желто-синий. Красно-бело-синий. А, вот красно-желто-синий нашел. Нашел наконец-таки угловую. Вот так вот. Хорошо. Но чтобы у нас вот эта вот деталь еще на чем-то держалась, а то, как видите, она шатается, мы еще будем должны прокрепить только чисто красно-синий блок. Вот он, красно-синий блок.
Давайте. О, шо. Хорошо, красиво. Один блок до желтой стороны, получается, остался. Давайте наконец-то вставим тогда легендарную главу желто-красно-зеленой. Вот она у меня прям на виду лежала. Как специально прямо. Так, тут давай. Как тебе вставить? Да так, ура, ура. Это значит, что мы собрали полностью желтую сторону. Но чтобы угловая на чем-то еще держалась, а то она вот так вот может опять же двигаться. Ой. Мы должны скопить желтый и зеленый при помощи вот этой вот детальки. Которую сейчас тоже поставлю. Ура. Ура, у нас получается полная желтая сторона. Зеленый, оранжевый, красный и синий. Остается только белый, который у нас вообще не собран никак. Ну, все оставшиеся детали как-либо связаны с белым светом. Поэтому давайте начинать. Начнем, пожалуй, с красного и белого цвета. Опа-на. Так, красный и белый цвет. Так. Небольшое вращение. И все закреплено. Так, ну давайте, пожалуй, еще тогда закрепим снизу бело-оранжевый. Так. Давай, крепись. Ура, закрепили бело-оранжевый. Все, у нас тут есть теперь такой вот белый столбик. Вот так вот, наверное, белый столбик. Ну и теперь давайте мы будем уже приступать к более-менее финальной части. Итак, вставляем угловые. Так, зеленый, белый, оранжевый. Так, зеленый и оранжевый. Где они пересекаются? Они пересекаются вот тут вот. Значит, угловая должна подходить сюда. Суем, и отлично, она всунулась. У нас, давайте тогда дальше, зеленый, красный, белый. А зеленый, красный, белый должен быть вот тут вот. Давай. Хорошо. И теперь осталась только деталька зеленый-белый. Кстати, а где эта деталька-то? Вы не поверите, где эта деталь. Вот тут вот. Пасхалка 2x2. Пасхалка 2x2 просто. 2x2 как просто. Ну, хрен найти. Ну, давайте. Тут нужно приложить мускульную силу, чтобы это вдавить дело. И мы смогли. Так, осталось нам просто оставить парочку угловых. Это синий-оранжевый. Это синий-красный. Я уже собираю кубик Рубик как мастер, потому что Ник как раз его ломал. И теперь опять же прилагаем мускульную силу, чтобы задвинуть синий в свою дырку. Yes! Мы собрали кубик Рубика. Сами своими руками. Ничего нам в этом не помогло. Вот такой вот мы с вами, собственно, собрали кубик. Ну, я, блин, даже не знаю, что сказать. Просто... я в шоке. Так, блин, надо его распутать. Так, стоп. Стоп. Да ёкарный! Я забыл, как его запутал. Да ну... Просто... Никогда не собирайте кубик Рубика.